Ежегодный краевой турнир по плаванию, посвященный памяти бронзового призера Олимпийских игр в Мельбурне Харриса Юничева, проводится уже более 20 лет. В нем участвуют команды из разных городов Краснодарского края. Большая часть спортсменов из Краснодара, Кропоткина, Геленджика и Сочи. Данный краевой турнир мы проводим с 93-го года. Это уже наш традиционный турнир, на который с каждым годом приезжает все больше и больше народу. В этом году у нас рекордное количество, даже для всего края, 879 человек заявлено. 10 городов края у нас представлено на этом турнире. Количество команд от города не ограничено. То есть вот город Краснодар привез 5 команд. Из Сочи у нас 6 команд участвуют. Много детей приехало. Возрастная группа мы сделали самую большую, от самых маленьких, это от 8-летних, и заканчивается 14-летними. На соревнованиях представлены все стили плавания. Сегодня, в первый день турнира, участники проплыли по 200 метров. Кстати, именно на дистанции 200 метров брасом на Олимпиаде в 1976 году и отличился сочинец Харрис Юничев. Для победителей на этой дистанции предусмотрены специальные кубки, которые предоставило Министерство спорта Краснодарского края. На протяжении многих лет эта дистанция была престижная. Дети всегда стремились принять участие именно на дистанции 200 брас. Сегодня, в первый день соревнований, самая первая дистанция – это 200 метров брас, на которой наши спортсмены поборются за специальный приз. Для сравнения хочу сказать, что в 1976 году Харрис Юничев проплыл за 2 минуты 32 секунды. Этот результат позволил ему стать призером Олимпийских игр. На сегодняшний день этот результат всего лишь первый взрослый разряд. Да, и для того, чтобы в наше время стать призером Олимпийских игр, надо плыть уже на 30 секунд быстрее. Лучшие результаты также будут зафиксированы на дистанциях 100 и 50 метров. Награждение победителей проходит по итогам каждой дисциплины и в каждой возрастной группе. Эти соревнования дают возможность участникам набраться опыта, повысить свой спортивный разряд и, что самое главное, войти в состав сборной края для участия во всероссийских турнирах. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.